Мошенники создали полную копию, по сути, клон сайта театра, на котором стали продавать билеты на несуществующие спектакли. Вчера вечером с удивлением узнали, что мошенники, другими словами, я не могу назвать этих людей, создали копию, клон, скорее всего, сайта Котласского драматического театра и уже начинают предоставлять котлашанам якобы услугу по покупке билетов на спектакль театра. К сожалению, большому есть уже люди пострадавшие, в связи с чем мы вчера обратились в полицию с заявлением. 101 «Далматинец» – спектакль, на котором зрителям предлагалось купить билет, не существует в репертуаре Котласского драматического театра. Будьте бдительны, покупайте билеты на спектакли только на официальном сайте театра.